Друзья, всем привет! Хорошего дня, хорошего настроения, хорошей игры. Если вы не в курсе, можно получить классный золотой стиль Лары Крофт. В общем, давайте, поехали. Заходим в шкафчик, выбираем Лару Крофт и отправляемся в игру. Друзья, если вы не в курсе, у меня всегда можно заказать различные скины, кирки, дельтапланы, все, что можно отправить подарком. Пишите в ЛСВК, пишите в ЛС Дискорде, контакты в описании под роликом. Нам нужно будет полететь на новый остров, который появился после обновления. И нам нужно будет подобрать легендарный скар. И у нас появится новый стиль Лары Крофт. У вас должна Лара Крофт стать золотой. Уже второй день не сбавляется ажиотаж. Но это не беда. Запускаемся в катки с ботом. Если вы не в курсе, вы можете посмотреть мой ролик. Вот, в конце будет наводящий ролик на то, как запуститься в катку с ботами. И без проблем получаем наш новый стиль на Лару Крофт. Сейчас я нахожусь уже в катке, где только боты. Как вы можете заметить, сюда вообще никто не летит. Потому что здесь катка с ботами. Ну, может, там залетит один, там, случайный, там, ну, его убить изичи будет. Я хз, что такое принести дары, но я отдал 750 золота и забрал скар. И все, я вас поздравляю, у вас есть классный стиль Лары Крофт.